Всем привет, меня зовут Круглова Ольга, генеральный директор закрытого акционерного общества «ЕДОША», город Череповец. Я очень рада, что нахожусь сегодня в этом проекте. И кто хочет быть на сегодня свободным, потому что это просто бомба, новый бизнес, новый формат бизнеса, еще раз даже повторюсь. Кто хочет быть свободным, кто хочет изменить жизнь свою, своих близких, всех прошу к нам в компанию. Очень огромная благодарность Солошенко Владимиру Сергеевичу, президенту нашей компании, Козинов, который ведет нашу структуру города Череповца, Попович Наталья, наш директор структуры Пузанова Ирина, которая нас как маленьких детей воспитывает на сегодня и поднимает, и поднимается сама. Поэтому всех ждем, всех приветствуем. Кто хочет стать миллионером, пожалуйста, к нам. Спасибо.